Возможности для молодежи. В Кустанае прошла ярмарка вакансий. 25 организаций области предлагали молодым кустанайцам перспективную и интересную работу с полным социальным пакетом. На центральной площади работодатели выстроили мини-городок. Представители 25 организаций и предприятий региона предлагают молодым людям различные вакансии. Для тех, кто желает расти по карьерной лестнице и набираться опыта. Подобная ярмарка проходит в областном центре уже не первый раз. Мы уже провели два мероприятия. Сегодня вторая ярмарка вакансий, она немного масштабнее, чем прошлая. На прошлой ярмарке у нас участвовало около 12 организаций, на этой ярмарке у нас участвует уже 25 организаций. Почему мы решили провести именно на этой площадке? Потому что здесь большинство молодежи можно встретить. То есть молодежь, которая ищет работу, также не только молодежь, у нас и взрослые люди ищут работу. А здесь вот то самое место, где хорошая проходимость. Молодые кадры здесь подбирают не только государственные органы, но и представители бизнеса. Перспективную работу с хорошим заработком, а также с предоставлением полного социального пакета предлагают и банки. Частенько участвуем в таких ярмарках вакансий. Они достаточно интересные для нас, так как очень много молодежи приходит, интересуется. Много есть вакансий по различным специальностям, начиная от специалистов, заканчивая так называемыми финансовыми консультантами. Внештатными сотрудниками, которые занимаются привлечением людей. Поэтому мы присутствуем на данной ярмарке. Каждый молодой человек, в принципе, любой человек, кто может участвовать, может подойти к нам, и проконсультируем по этим вакансиям, о возможностях работы. Рине Кожегалиевой 20 лет. Девушка учится по специальности юриспруденция. Параллельно обучается на военной кафедре. Услышав о ярмарке вакансий, обрадовалась. Сегодня она принесла резюме и готова пройти практику. Работать в органах внутренних дел, говорит, мечтала с детства. Я обучаюсь в университете, третий курс, и уже хочу пойти работать в органы внутренних дел, именно уже к ним подходила, на следователя, криминалиста. Говорили, уже слышала, что могут взять, по окончанию диплома, конечно, но сейчас досрочно, так скажем. И подошла уже, узнала, и еще сюда подошла, тут тоже Министерство обороны, получается, что-то между этим пока выбираю. Найти работу на ярмарке вакансий смогли не только студенты колледжей и вузов, но и безработная молодежь. На прошлой из 150 участников на собеседование записались 43 человека. В этот раз организаторы планируют охватить еще больше людей. Алмажан Манкельдинова, Тимерлан Джамбулов, телеканал Кустанай.